Всем привет, на связи Артур, и в данном видео речь у нас пойдет о новой экономической онлайн-игре, в которую я планирую сегодня проинвестировать 5000 рублей. В этом видео расскажу, почему я выбрал именно данный проект, расскажу о всех его тонкостях, но нюансах, и также проверим его на платежеспособность. Итак, мы находимся на главной странице данной игры, то есть это у нас экономический симулятор, называется АЗС. Несложно догадаться, мы здесь покупаем заправки. Там ТЛК, ТНК, Shell, Vocal, Lukoil, OCO, SACAR и так далее. У каждого из них имеется своя окупаемость. Мы инвестируем средства, покупаем заправку и заходим, получаем, там, когда нам удобно, доход и выводим к себе на кошелек. То есть, грубо говоря, обычный инвестиционный проект сделан в виде игрушки. На самом деле дизайн, нельзя так сказать, что вау, круто, классно. Все почему? Потому что данный администратор выкупает игры проверенные, которые ранее уже работали, немного перерабатывает на свой лад и запускает. У него проектов на данный момент, по-моему, около 15 штук. Вот у него есть такая страничка, где он показывает, какие проекты, то есть есть целая подборка. В его проектах я ранее участвовал. Это был Карапуш и Бумажки. Мне администратор понравился, потому что можно было и заработать в его проекте. А те, кто остались в минусе, он покрывает до нуля, то есть до безубытка. Это очень редкая штука. В принципе, на данный момент я даже не знаю, какие есть админы, которые по закрытию проекта компенсируют до нуля. Как будет в этот раз, конечно же, неизвестно, время покажет, но в принципе данный администратор там не подводит, работает до конца кассы. Кстати, я в своем телеграм-канале уже сделал пост еще вчера, и у вас есть возможность заходить раньше, так что если хотите, по ссылке в описании подписывайтесь и следите за новостями. Собственно, что у нас по данному проекту? Для моих партнеров имеется 8000 рублей страховой фонд. Это на случай того, если там внезапно закроется, либо же по итогу работы проекта вы останетесь в минусе. 8000 я распределяю на своих партнеров. И также при вкладе есть бонус для моих рефералов 2,5%. То есть, как только вы здесь делаете инвестицию, мне начисляются средства, и для того, чтобы получить бонус, вам нужно написать мне ВКонтакте, либо же в Телеграм, что хотите получить рифбэк по данному проекту. То есть на 2,5% быстрее окупаетесь. Итак, мы попали в личный кабинет, здесь в принципе все интуитивно понятно. Первая страничка — это у нас профиль, показываются наши данные, кошелек, который мы прописали при регистрации. Теперь, друзья, что нам нужно? Перейти в раздел «Финансы», хочу сделать пополнение. Как видим, для активации выплат необходимо сделать пополнение минимум на 100 рублей. Кстати, забыл сказать в начале, за регистрацию здесь дается еще бонус 10 рублей. По-моему, покупается какая-то дешевая заправка, можете смотреть, разбираться, как работает проект. Сейчас же я хочу проинвестировать 5100 рублей с помощью платежной системы Payeer. Нажимаем «Оплатить». В принципе, здесь все стандартно, интуитивно понятно. Есть небольшая комиссия, как обычно, с Payeer. Нажимаем «Подтвердить», вводим пин-код, если он у вас имеется. И денежки сразу, мгновенно поступают на счет данного проекта. Нажимаем «Перейти в аккаунт». Дальше раздел «Заправочки». И здесь есть очень важный момент, что нам нужно заправки покупать по очереди. То есть нельзя сразу зайти и закинуть 5000 и купить самую крутую заправку, которая приносит 32% в месяц. Нам нужно по очереди ТНК купить, ВОК, Лукойл, ОКО и потом САКАР. Собственно, я сейчас покупаю ТНК. Так, нужно собрать весь доход. Это, кстати, с бесплатной заправки. Собрать. Дальше нажимаем «Приобрести ТНК». ВОК. Давайте попробуем от ОКО купить. Получится или нет? Нет, пишет, нужно заранее приобрести. То есть все работает, все как надо. Итого это у нас 5100 рублей. Таким образом у нас немного усредняется процент, хотя в начале там инвестиции небольшие, это не так уж и страшно. То есть для того, чтобы купить САКАР, нужно суммарно проинвестировать в проект 10100 рублей. И того средний доход будет где-то процентов 30 в месяц, то есть по проценту в день будем зарабатывать в данном проекте. Теперь, что касательно вывода, переходим снова-таки в финансы. У нас появилась кнопочка «Заказать выплаты». 319 рублей имеется у меня на вывод. Это реферальное вознаграждение. Нажимаем «Заказать выплату». И деньги уходят на тот... Ох, ё-моё, я заказал 319. Не то, что надо. 315. Нужно указывать полностью в серебре. А я чуть не так.
Да, раз в 12 часов. Ну ничего страшного, раз вывела 3 рубля, значит, и остальное выведу чуть позже. Вот эта выплата, 3 рубля 15 копеек, пользователь Артур Ноус, проекта АЗС. То есть все платится, только нужно быть чуть внимательней. Теперь, что здесь еще имеется? Когда на проекте набирается сумма инвестиций в 300 тысяч и выше, произойдет конкурс, розыгрыш 10 тысяч рублей, значит, до 11.07 нужно, чтобы проект проинвестировали такую сумму. Сейчас там около 100 тысяч инвестиций. Проект свежайший, кстати, забыл сказать, ему всего лишь 2 дня. То есть мы заходим первые, зарабатываем первые. Я считаю, это неплохой вариант для диверсификации инвестиций. Данный администратор никогда не подводил за то время, пока я с ним работал, и в принципе каких-то негативных отзывов не слышал. Что у нас здесь имеется еще? Бонусы на баланс для покупок, на баланс для выплат, это все понятно. Прибыль заходим, здесь мы собираем наш доход, потом уже его выводим. Также имеется реферальная программа, там находится ваша реферальная ссылочка, баннера, можете брать, приглашать и зарабатывать еще больше. Вот такое вот видео получилось, если оно было вам интересным и полезным, обязательно ставим палец вверх и подписываемся на канал, если ранее еще этого не сделали. А на этом все, до скорых встреч, всем пока!